Всем привет, друзья, с вами Нотвори, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт на проекте Майнплекс. Ну что ж, давайте выберем команду. Команда, я не знаю, люди, с моей лицензией что-то капец, прям капец. Я не знаю, в общем, она не работает, что-то пишет PlayDemo. Я не знаю почему, она слетела, я не знаю вообще как так. Первый раз у меня такое, вообще разочарованный. И я не могу записывать видео сколько. Где-то день, сутки, может, двое суток не было, потому что как бы школа, как бы возвращаюсь поздно, на тренировку иду, все, пока прихожу, пока там чуть-чуть уроки, и как бы уже лень записывать, еще хочется поиграть, но как бы сегодня я решил записать и постараюсь каждый день записывать, не знаю, как получится. В общем-таки мы играем сейчас без всякой кирки, у нас даже денег нет, 0 гемс, вообще давайте пока дерево нарублю, не знаю, оно выпадет, нам не выпадет. Нет, оно не выпало. Ну что ж, будем сейчас рубить, рубимся, дерево, давай. У меня класс яблочника, да что он не ломался. Опять-таки мы играем на The Bridges, на мостах, и в общем, тут мне понравилось. Сегодня карта Skylands. Как-то так, мне это очень карта нравится. Моя самая любимая, скажу вам честно, карта. Так, мы в пустыне находимся. Верстачок, делаем, яблочками уже пошел, двигается, пошел. Ничего сказать. Все окей, так, опа. Давайте сделаем нам каменную кирку. Я не знаю, слышно меня нормально, может не нормально, я говорю. Так-то не очень громко. Потому что я очень разочарован. Честное слово. Не знаю, люди, кто знает, как это исправить, у кого было. Я покупал лицензию, получается, за 1000 с чем-то рублей. Получается, ну, с карточки. Не было на карточке денег, у меня были на WebMoney. Я как бы хотел купить лицензию с WebMoney, получается, и купил где-то ключ. Вроде бы все окей, вроде бы как бы месяц было все окей, но сейчас что-то... Как бы ёбрю не поднял. Сейчас что-то не работает. Не заходил в Майнкрафт где-то. Пару не захожу, такое что-то пишет. Ошибка входа, перезайдите. Ну, думаю, да ладно, ничего бывает, типа. Перезахожу, ошибка входа, перезайдите. Я потом перезашел в Майнкрафт, именно в лицензию. Так, блин, что мне сегодня падает? А, нет, все подняло. И как бы такая вот печалька у меня не работает. Ребята, напишите, пожалуйста, кто реально поможет, помочь, кто знает как. Я обязательно свяжусь с вами. Будем надеяться, что я в техподдержку напишу, что они мне помогут. Чем-то. Потому что деньги немало, и опять-таки покупать лицензию я не выдержу. Такой потери. Так, блин, вообще у нас железа нету, это капец просто. Будем надеяться то, что железо. Так, парень, ты как-то не провтыкал тут это. А, вот он забрал кусочек меня. Так, оп, пошел отсюда. Мое железо. Я вообще пока что ничего не вижу, темно. Чего? О, кто-то что-то взрывает. Над коровами парень издевается. Ай! Да. Вообще, у нас один уголь на глазах, только 4 железа. Это капец. В первый раз такой. Обычно у меня, думаю, хотя бы железа 10 было. Ну, сейчас, гляньте, вообще мало. Давайте я хотя бы... Парень пошел в шопу. Сюда, давайте я факела сделаю. Так, лоба. Так, хотя бы кирку в самом начале, хотя бы перерубил что-то, но буду пока на этом нике играть. Ты придурок? Реально клоун какой-то попался, ломает все. Ему же плюс, ему же светло. Не для зрителей плюс, потому что светло. Я так-то могу там прищуриться немножечко посмотреть. О, во, железка, неплохо, что сказать. Так. Блин, одно, а нет, все вот. Еще железо. Так. Оба. Я буду надеяться, что мне вернут лицензию, либо как-то договоримся. Так. 8 железа. На 8 железа я один нагрудник сделаю. Капец. Мне надо хотя бы от силы, мне нужно 10 железа. Точнее, как минимум 10 железа. И выше. Опять он сломал потом, нет. Все, окей. Кстати, вы заметили, что я на шифте все время. Я всегда, когда копаю, у меня привычка сидеть на шифте. Вот я не знаю, почему так, но... Ну, чтобы там не упасть, вдруг кто-то что-то сломает. Вот. Чтобы меня как бы не запалили, это вообще, наверное, на первом месте. Как бы вот... Вы видели, люди?
Небольшая рекламная пауза. Друзья, я вам рекомендую подписаться на канал Познавательный Эмилька. На данном канале вы сможете найти познавательные видео, обучающие видео, всякие подкасты. На его канале есть много всяких конкурсов и интересных видео. В общем-таки, заходим на его канал и подписываемся. Ссылка будет указана в описании. И удачного просмотра! Я прям на обрыве так стою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и копаю железо. Так. Парень. Ты что тут ломаешь? Слушай, друг. Ай-яй-яй-яй-яй. Пашу мне, пашу, пашу. Пашу, ап. Тебя беру с пальзаки. Я пашу. Так. Так, 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 так. Так, берем дриль. И тут, а, дрельем. А, долго. Ты шо умный? Ты шо нарываешь? Что ж, пуля? Совсем, что ли, да? Совсем глупо засхихал? С ума сошел, совсем? Так. Спрячь сюда. Один из железа? Не, ну мне как бы хватает, нужно будет переплавить. Да ладно, чувак. Зачем я это киркой долбил? Такие много, да? Меня же закопали, так. Так, набираемся, делаем там печку в верстаке, переплавляем все, делаем все кирку, пока там все переплавляется, мы идем. Какой придурок сделал тут сундук? Вообще оригинальный парень, вообще. Респект тебе. Сундук сделать на не на выживание, а именно на мини-играх. Что? Вот. Так, вот так. Вот так, 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 и мы просто идем. А, нет, стоп, нам нужно взять железо и пойти копать его немножечко. Точнее, кирку. И вообще, еда чуть-чуть бы нужна была. Нет времени, ребят. Давайте пока покопаем. Так, хотя бы пониже давайте спустимся. Где-то 2 минуты, как бы, мы будем вылазить. В последнее время вообще сильно я заигрался. Сколько у меня FPS? 97. Вообще, офигеть. Такой FPS после раста, это капец. В расте у меня FPS... 20, 30, 40, 50, а нет, 50 это я загнул. Все время у меня под 20, ну в среднем у меня под 20, я капец не знаю, почему так лагает раз. Вроде бы Майнкрафт, гляньте, вообще лагает ни капельки, FPS 120, 131, капец, ну как? Нет, люди, раз это клевая игрушка. Вообще, мне понравилось, я посмотрю, ребят, так дрожь у него. Только что вот рейдом нападали, одели килларовую броню и, короче, нападали там на дома, ломали там людям все, C4 взрывали. Там сервер, короче, читаки есть, но мы как бы клан создали, и как бы мы утилизируем этих читаков, как бы ищем их. А, у нас друг админ, если он реса нам не дает. Абсолютно он нам вообще ничего не дает. Мы чисто как бы дружим там, если что, спалить читака. Так ты это, не нарывайся тут. Да я выберусь, слушай. Парень, эй, ты вообще. Да я выберусь. Ладно. Что сказать? Я думаю, алмазы я заберу, потому что алмазы все-таки это алмазы, так. Так, что-то у меня печка. Ага, давай, пархай. Так, дерево, 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 дерево. Нет, тут дерево, вон кусок дерева. Вроде бы смотрю, не могу. А, стоп, у меня же яблочки есть. Ё-моё. Ай, я кидаюсь. Я так нельзя не докидаться. Тихо. А, это хлеб. Точно. Забыл. Забыл, точно. Так, оп. А ну-ка. Остановились, да. Так. Ну, пожалуй, создадим мне... 2 минуты, люди, там железо плавится. Сейчас нагруднички сделаем, кирку сделаем. Я думаю, алмазы себе насобираю на броньку, как бы. Точнее, не на броньку, на меч. Я успею, думаю, наверное, как бы. Так, как вот эта какашка тут. Какашка вот эта вот. Вот эта вот какашка. Альмазоны, алмазоны. Тихо. 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 А, хренушки туда. А ладно, люди, какая разница? Если что, у нас как бы все почти есть. Меч есть, броня чуть-чуть есть. Посмотрим, там мне сейчас хватит. Я хотел сказать, на килловаровую броню. Ё-моё. Вот это раз затягивает.
так. Обанан! Обанан! Так, на первом из нас круги, да, на третьем блуждан, четвертый, так сюда, так сюда. Так сюда, сюда, сюда. Ай, меняйся, давай, меняйся, точнее. Ай! Ну уже! Друзья! Во! Так, создадим, пожалуй, мне шмот такой небольшой. Так, насколько хватило железа, как бы. Может, я могу, кстати, яблочками людей скидывать, вот смотрите. Никто как бы не залазит, а нет, вон он, пляж. Да. Высоко. Кстати, вот тех за солнцем не смогу. Так, я забыл. Нажимаю приблизить, вот так, смотрите, вот так нажимаю приблизить. Ё-моё, Ctrl, здесь же все на Ctrl, я снова на... Где? Так, нафиг мне, нахрен мне этот кремень нужен. Так. Опа. Так. Так, мой же булыжник. Да блин, что ты растаковываешься, зараза, ты... Меня вот те он люди пугают, очень сильно пугают. Я вот не знаю, куда либо идти на центр, либо идти воевать. Оба, оба. Я ж могу... Разу, ду-ду-ду. Так, смотрите, вот сейчас мосты пойдут, и я бегу. What the? Какой засранец. Гляньте, люди, соперники тут и неплохие, что сказать. Так, оба, 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 оба. Да ладно. Они сильные люди, вы вообще. Гляньте, вы не развиты совсем. Мы зеленые, мы вообще сейчас сдохнем. Ё-моё, как же они так стреляют. Здесь варианты, все сказать. Подонки, подонки, мы вас закидаем яблочками. А ну-ка, кыс оттуда. Я сказал, кыс оттуда, вы вообще пошёл вон. Пошёл вон оттуда, я тебя должен скинуть, зараза, чё сказать. Ля, у нас все голые, прикиньте, да? Ну, зато... ПВП, ПВП, ПВП. Сливаем всех, меня сейчас сольют. Меня сольют, меня сольют. Давайте, люди, замена, замена игроков, замена игроков. Замена, замена небольшая. Я поступил по крысе, но зато... Так, я пошел. Друзья, прощайте, прощайте. Так, так, так. Оп, 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 оп. Так, 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 так. Тихо. Сядем на shift. На shift, мне надо, чтобы мне еда пополнилась. Тихо, они бегают. Бегают, бегают, бегают. Так, тихо, тихо. Оп. На, я сегодня, как вы видите, играю один, и это плохо. Потому что я могу проиграть. Зато я кого-то убил, по-моему, да? Где? Блин, я хотел сказать на вы, погнали. Опа! Вот гад. Все, я текаю. Парень, извини меня. Парень, извини. Парень, извини, 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 извини. А, меня убили люди. Жараза. Ну такая у нас сегодня игра. Немножко нестандартная. Меня убили. Да, мы сегодня не затянули. Сегодня подбила наша команда, потому что у нас абсолютно все нубы. Мы на последнем месте. Сегодня выиграют блю. В общем, такие люди... Я разочарован сегодня. Просто у меня даже такое настроение, видите. Может, многие заметили, что это нерадостно, как я говорю. Я пытаюсь говорить радостно, но я не могу. Расстроенные заметили. В общем, такие люди, если вам понравился этот ролик, хотя как он мог вам понравиться. В общем, таки, если он вам понравился, то поставьте лайк, следующих частей я буду пободрее и выиграю. Обязательно, мы порвем, всех порвем. Кто не подписан на канал, говорю еще раз, уже в тысячный раз, подписывайтесь на канал. Ну, в общем, таки, пишите в комментариях, друзья. С вами был Дон Твори, всем, как бы, до новых встреч, как бы, без кина, и, друзья, всем пока.